Дежурную часть Звенигородского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу обратились трое местных жителей. Они заявили о том, что злоумышленница предоставила им в аренду один и тот же дом, взяв предоплату у каждого нанимателя. Сумма ущерба составила 145 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось установить и задержать 40-летнюю местную жительницу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.